Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кировской области продолжают зачищать рынок управляющих компаний. Из реестра лицензий исключили дома управляющей компании «Доверие». Решение приняла госжилинспекция. В отношении компании вступили в силу сразу два решения: привлечение к административной ответственности за грубые нарушения. Из реестра исключен 31 дом, и жильцы теперь могут либо сами выбрать новую управляющую компанию, либо им назначат временную. Далее будет подниматься вопрос об аннулировании лицензии «Доверие» через суд. В этом году лицензии уже лишили 4 управляющих компании. Недобросовестные компании должны уйти с рынка управления многоквартирными домами, говорят в ГЖИ. Программа «Экономика». Кировским предприятиям предлагают организованно вакцинировать сотрудников. Тема прививок прямо на работе обсуждалась в правительстве на совещании с профсоюзами. Чтобы побудить крупных работодателей открывать такие точки в своих компаниях, чиновники ссылаются на поручение президента, на необходимость подавать пример другим. Вакцинация также должна сказаться на росте экономики, уверены в правительстве. Там предлагают содействие в организации работы выездных мобильных пунктов вакцинации в соответствии с запросами работодателей. Экономика на 101 FM. С 1 июля заканчивается 4-я волна контрольно-кассовой реформы. С этой даты ИП, работающие без онлайн-кассы, обязаны перейти на применение ККТ. В Кировской области это порядка 5000 предпринимателей. Им необходимо установить технику и настроить программное обеспечение, напоминают в Кировском управлении Федеральной налоговой службы. Правда, некоторые смогут и дальше работать без касс. Это те, кто сдает в аренду квартиры, продает газеты, ремонтирует обувь. Предприниматели на патенте, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования, остекления балконов, ухода за домашними животными, ремонта зданий, мебели. Предприниматели, работающие в труднодоступной местности, и самозанятые. Остальным за расчеты без кассы грозит административная ответственность и штрафы до 30 тысяч. Экономика. И о курсах валют. Они продолжают снижаться. Доллар уже 72 рубля 8 копеек, потерял за день 74 копейки. Евро снизился на 83 и стоит сегодня 87 рублей 81 копейку. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.